Всем привет, вы на канале BuySteam. Хочу рассказать про комплитик, который я приобрел в Hellride. Вот, это велосипед типа из будущего, он 2020 года. Передний треугольник рамы здесь выполнен из хромолибденовой стали. Есть вот такие вот две косынки. Овальная труба здесь находится, вот я ее сейчас вот протрогал, прям чувствуется, что она реально овальная. Здесь вишбоун, вот тоже такая особенность рамы Суброза. Ростовка рамы получается здесь 25 дюймов, а длина перьев получается здесь 13,5 дюймов. Грипсы, короче, здесь Shadow Grips называются. Руль здесь хромолибденовый, высотой 9 дюймов. Вынос идет здесь обычный Суброза, комплитовский. Вилка идет шток хромолибденовый, ножки хайтеновые. Так, седлуха, короче, здесь мягкая, жопки удобно. Называется Mid Combo. Сзади прикольная надпись, которая голографическая, такая типа 3D. И держатель здесь шадовский, обычный. Здесь есть тормоз, крабики вот с креплением, такие прикольные. Не сверху, а снизу все отлично, все огонь. Шатуны, короче, идут хромолевые, рант, 8 шлицов здесь. Педальки тоже рант. Пеги здесь, короче, передняя и задняя сальт. Вот, а хабгарды G-Sport. Звездочка здесь Суброза Petal, 25 зубов. И на задней втулке 9 зубов идет. Задняя втулка Rant, она идет на промах. Передняя и задняя, вот. Обода здесь одинарные, с наклеечками Rant прикольные. Спиц тут 36, тут и там, типа по стандарту. Весит он, короче, легкий и... По весу он весит 12,5, ну, как заявлено, типа, производителем, и я его взвешивал, то есть там 12,700 где-то, что-то такое. Ну, плюс еще пеги и хабгарды там, не знаю. Спереди прикольный значок, типа, перевернутая роза – это знак Суброзы. Перевернутая роза – знак Суброзы. На руле тоже значок. Здесь прикольный логотип Суброзы под штырем сиденья. Прикольное крепление, липучка для троса. Сюда, конечно, я поставлю еще гироротор, чтобы было нормально. Крепление здесь есть, то есть все будет огонь. Прикольная расклейка тут в стиле Суброза. Покрышки здесь Суброза Soft Tooth, они на 2,35 дюйма. Ну и написано, что на них 60 PCI, и сейчас вот я катаю на 4 атмосферах. Ну вот такой, короче, комплитик. Не знаю, хороший или нет, но для меня, как для новичка, норм. По сравнению с тем, что у меня был, потому. Блять, надо это заснять. Всем, короче, спасибо за просмотр. Всем пока. Сука, Андрей, блять. Там же этот треск слышен. Шток мрыгаля.